Три человека погибли в автомобильной катастрофе на улице Щербакова. Трагедия случилась в половине 12-го дня в воскресенье. Водитель 99-й модели «Жигулей» Вадим Горшенин не справился с управлением своего автомобиля, в котором находилось 5 человек, и на полной скорости врезался в стоящий на остановке троллейбус 6-го маршрута. Пассажиров посадил с остановки, только тронулся, выскочила 99-я на встречную полосу. И въехала мне в левый борт на машину, как видите, напополам разорвала. Въехал в троллейбус, боком машину, довольно старая, ее порвала. Все, кто сидел сзади, погибли. Пассажирка, как говорится, счастливая, в рубашке, только головой ударилась. Причины столкновения стали известны сразу. Водитель при обгоне на высокой скорости не учел дорожную ситуацию. Машину занесло в снегу и бросило на троллейбус. Заднюю часть «Жигулей» оторвало и выбросило на противоположную обочину. Скорость, конечно, там километров 150, это минимум нашла. Ну, на встречную полосу, конечно, дороги плохие, да и... Колеса-то, я посмотрел, даже не ошипованные, ничего летние. Видите, сейчас в связи с тем, что административный кодекс у нас довольно-таки лояльно относится к водителям. Расслабились все водители, не хотят ничего соблюдать правила. Вот. По предварительным данным, водитель данной машины также находился вроде бы в алкогольном опьянении. Тела погибших пассажиров разбросало по всей дороге. На месте происшествия удалось установить имена двух погибших, супругов Дитьковых. 55-летней Галины Степановны и 62-летнего Анатолия Афанасьевича. Личность третьего мужчины была установлена позже. Погибли все, кто находился на заднем сиденье 99-й.